Задержан, признал вину и раскаивается. В Красноярске в покушении на мошенничество подозревается заместитель начальника полиции. Об этом сообщил краевой следком. По предварительной версии, сотрудник МВД сообщил знакомому мужчине ложные сведения о нем и пугал, что его могут привлечь к уголовной ответственности. Подполковник полиции пообещал уладить эту проблему за вознаграждение. Цена вопроса – 2,5 миллиона рублей. Оперативники задержали полицейского при получении 1 миллиона. Следователи уже возбудили уголовное дело. Сотрудника МВД отстранили от исполнения служебных обязанностей. Ему грозит увольнение из органов внутренних дел. Цитата. «За проступок, порочащий честь сотрудников полиции», конец цитаты, сообщают в краевом управлении МВД.